Вот в таком состоянии у меня КамАЗик. Вот такая погода у меня в машине. Вот. Сейчас жду, когда... Ну, человек, который на ней работал, на этой машине, он сейчас там будет порядок наводить. Плюс она еще груженная стоит. Нет слов. Ребятки, очень жесткая авария у нас на области. Очень жесткая. Каршеринг пострадал, и пострадала легковушка вторая. Спортивная резина. В общем, ребят, я приехал на шинку. Два баллона новых. Будем менять, короче. И я в шоке просто. Ну, она свое отходила. А здесь все. Охуенно. Саморедиктор. Саморез. Теперь можно что-нибудь прикрутить. Бедняга, КамАЗ пострадал. В тот момент, когда я находился дома, ну, на своих выходных, КамАЗик тут немножко получил по лицу. Чем, не знаю, никто не признался. В итоге разбита фара, оторван бампер. Ну, так видно даже. Вот в этом месте отломано, тут разбито крепление, оторвано. Вот так вот. Короче, водила устраивался на работу. Отработал 2 дня и в 4 утра свалил домой. Ну, сами понимаете, судя по всему, это естественно, все понятно. Даже объяснять ничего не нужно. Так что, тормозилочки нормуль, подводить ничего не надо. Вот у нас спортивная резина наша. Сейчас надо будет ее закидывать. Миллион латок. Кама. Кабан ебаный. Беззаботное утро.
кофе на кухне и твое после гульки. Лицо так и тухнет, я налью тебе сока лимонного свежего, чтобы вернулась ко мне моя прежняя. Опоздал на работу, написал объяснение, что праздновал с друзьями я свое новоселье. Директриса, читая, мне сказала: уволен. И как это ни странно, я вышел довольный. И пошло все нахуй, я свободный, довольный. Все сотрудники в ахуе, а я спокойный. И пошло все нахуй, я свободный, довольный. Казалось, сука, нет, и дальше нет пути иного. Даже в старой книге страница тряхла, жгунула. Навстречу иду лицом, а время раны лечит. Что мне на обочине-то делать? Я всегда по встречной. Оторву кусок и выброшу, куда не глядя. Руки были в черной грязи, а думал в шоколаде. Ведь я сломали стены прочие, зубы щели сок. Она обнимала нас, я буду камень, прошу поток. Я здесь сильней, чем думаю, и все остальные расспросили. Ребят, всем доброго времени. Кто меня давно не видел, вот так я выгляжу сейчас. В общем, выбрался я на работу. Двигаюсь с полигона Кучно. Ну, в общем, в сторону Рублевки качу. И вот, друзья, у меня вот такая вот ситуация. Ехал я сейчас. Ну, когда я выезжал с Кучино, я уже проехал порядка 35 километров. Вот, у меня навигатор показывал 2 часа 10 минут до конечной точки. Я только выскочил на МКАД, у меня там 1:50 показывает уже. Ну, в принципе, уже, говорю, нормально. Двигаюсь дальше, у меня раз прямо резко 2 часа 15 минут. Вот я стою в пробке сейчас. Ну, сейчас уже более-менее поехал. Вот. 1:43 осталось до места. И там прям вот есть отрезок такой вот прям черный, не то что черный, не то что красный, а прям темно-бордовый. Не знаю, может там ДТП. Надо сейчас посмотреть комментарии, полистать, что пишут. Дядя едет, блядь, на середину дороги выехал. Я-то езжу по МКАДу на третьей полосе. Мне законом это разрешено, так как я автомобиль специальный, специализированный, не специализированный, а специальный. То есть у меня установка стоит, поэтому еду вот недавно, позавчера ехал, короче, это. И мне мужик такой, типа, показывает, там, типа, смотри, там, тудым-сюдым, там, три, и фотограф, типа, блядь, я ехал, не понял, что за фигня такая, что он показывает мне. А он, оказывается, мне показывал то, что... Ладно, предыстория. Я ехал, остановился, начал там лазить, смотреть, блин, колеса смотреть, там, может, типа, на третьем мосту у тебя там пустое колесо или что-то такое. Вот тут ДТП. Ну так, не сильно, но засадили. В общем, остановился, начал ходить, смотреть колеса, смотреть, может, между колес где что застряло, там, ну, типа, последний, третий мост, там, все дела. Нет, ребятки, это не в этом была проблема. Проблема была в том, что человек просто показывал третий ряд, тебя сфотографирует камера. То есть, ну, до меня не дошло, он, типа, показал раза 3-4, я не пойму, что за фигня. Оно, оказывается, типа, грузовым-то нельзя по третьей полосе, а нам можно. У нас грузовая, но у нас специальный транспорт. Так что, имейте это в виду. Первую аварию мы проехали, а дальше не знаю, будем смотреть. Вот мне показывают, на 15 минут быстрее маршрут ведет меня по платке, по... Не помню, какая там у нас платка. В общем, какая-то платка там идет. Вот она, ребят, пробка закончилась. 1.5 часа почти, наверное. 1 час с чем-то я там простоял. Вот она вся причина, чего. Крупная авария. Сколько машин? 2 или 3 машины. Вот, считай. Весь МКАД перегородили.
такси чуть-чуть догнал, получается, улыбнуть. Да уж, дела, делишки. Простоял я час с чем-то. Долго стоял. Каждый миллиметр, можно сказать, прощупал весь асфальт своими колесами. Впереди меня едет брянский самец, который трясется, бедняжка. А еще спереди там где-то едет Алексей. Я его все никак не догоню. 1,8 до съезда, не знаю, успею, не успею. Но хобот знатный вообще. Самец. КамАЗ-самец. Ребятки, на сегодня, короче, рабочий день, я так считаю, нужно закрыть. У меня 4 талона, 4 рейса. 3,5. 3 рейса, 1 прогон. В общем, состояние у меня такое себе, поэтому как бы все. На сегодня хорош. Рабочий день окончен. Всем удачи. Вот здесь я большую часть работаю. Пока еще работаю. Учеными доказано, что самый тяжелый день — это не понедельник, а вторник, потому что люди начинают расслабляться после понедельника и начинают думать о том, что во вторник все будет легче. Но на самом деле во вторник еще сильнее нагрузка, все расслабленные, получают поддых, грубо говоря. И поэтому вторник — самый тяжелый день. А у нас, как всегда, в пробке стоим. Нихуя себе. Да и хуй с ним.